Это долго объяснять. А зачем вы на дорогу-то легли? Чтобы как-то разнообразить свое утро. Я вам чем-нибудь могу помочь? Да. Дайте выпить, пожалуйста. Выпить. У меня только молоко. А. Ой, помогите, помогите. С дороги уйди, урод. Гермафродиты. Сынок, а ты чего так рано, а? Нас это на 2 дня пораньше со сборов отпустили. Тренер сказал, что... Все понятно, иди погуляй, дня 2. Ладно, заходи. Давай. Сереженька, иди в свою комнату. Чуть-то в комнату. Я хотел на кухню пожрать. На кухне нельзя, там ремонт. Тогда пойду телек посмотрю. Телевизор барахлит. А где батя? Папа на симпозиуме в Париже. А что ты такая напряженная, а? Я не напряженная. Я внимательная, сосредоточенная. Иди спать и налокотники посуши. Батя, ты же должен быть в Париже. Нет, сынок, мать обманула, предала меня она. Я повержен, я растоптан. Отомсти, сын, за меня. Батя, ничего не понял. Что случилось-то? Батя выпил много яда. Вынужден скитаться он. Денег бате очень надо. Батя, это же не суд. Засаду на меня устроили. Злобой гады. Из каждого расписали. Окружили адные чтипцы. И распинялся в лицо. Вот так вот. Да, ему... Ты не смотри. Что здесь происходит-то, а? Эти люди, Сереженька, помогают мне твоего папу алкоголика усмирить. Жлоб. Да ладно, мама. Папа, что, алкоголик? Не слушай их, сынок. Лучше лицо ему рассмейся, как святой Иоанн. Вот так. Блядь такая, а? Вот так, сынок, твой отец алкоголик, алканавт, алкалоид. Хуже Степана. Да. От него весь дом стонет. А началось все с того момента, сыночка. Как ты на сборы уехал? Ну-ка. Ой, мама дорогая, поглядите, люди добрые, а? Какой Илья Муромец тут у нас явился. Ну-ка быстро, мыться и спать, завтра ты получишь. Заткнись, ты! Ты всю жизнь не испортила! Что? Вы приписываете себе знания моих клапанов. Вы можете меня сломать, но играть на мне нельзя. Все понятно. Ты, Петя, сошел с катушек. У тебя горячка белая. Я тебя засажу. Ты у меня отсидишь. Алло, скорая? Алло! Алло! Следи за движением. Что? Положи клизму. Убью сейчас! Положи, тебя убью! Я тебя!
Петя, помогите! Петя, да ладно. Да, но на этом, к сожалению, дело не кончилось. В тот роковой вечер мы решили с Василием сыграть в шахматы. Да, решили раз в жизни сыграть в шахматы, а что? Я тут по телевизору смотрел, бегемотики любовью занимаются. Жуть. Ина, мы ведь с тобой тоже давно уже ни того, ни этого. Не так уж и давно. Всего 3 месяца и 2 дня. Ну и ладно. Слушай, вот машину, если не заводить все время, потом придешь, сюда их заведу, раз, а аккумулятор подсел. Ой, чувствую, у меня аккумулятор что-то подсаживается. Ну-ка. Да? Это плохо, когда подсаживается. Я сейчас... Это, наверное, мне болевая почта. А, решил, может быть, подумаешь, что наслед и уйдут. Да неудобно, слушай, неудобно. О, Василий! А не выпить ли нам с тобой водки? Извини, Петр Семенович, момент не тот. Чего? Василий! Прости, ради бога, я уже неделю на чердаке живу. Меня жена выгнала из дома. Пусти переночевать, пожалуйста. Черт. Ладно, проходи, только отдыхай и в заднюю комнату. Спасибо. Давай, давай. Ну что там? Ничего особенного. У Петра Семеновича проблемы дома, он у нас переночует. Чего? Мы остановились на аккумуляторах. Ах, ёлки, забыл пока. Я завожу, что? Ну ладно, поплачь и перестань, взрослый дядька. Да. Кажется, перестанет. Ты не отвлекайся, я сейчас. Пока обо мне думай. Блин, Фёдор Семёнович, ты думаешь, а? Че ты на ночь глядя за баян-то схватился? Я, Василий Петрович, простите, ради бога, отца вспомнил. Он, знаете, как у меня играл на аккордеоне? Я, Василий Петрович, представьте себе, изобрел теорию мгновенного перемещения человека на расстоянии. Телепортацию. И уже выходил и вышел на опытный этап эксперимента. Вы представляете себе, моя супруга полностью воспротивилась продвижению науки. А это для нас, ученых, просто как нож в сердце. Я умоляю вас, Василий Петрович, выпьем по одному. Ты это брось, Петр Семенович. По одной. Если любовь не сбудется, ты поступай, как хочется, и ни о чем, чтобы было, грусти не отдавать. А ну-ка, убирайтесь отсюда вон, оба алкаши. Это... да, да. Ложь! Какая ложь, сынок? Какая ложка, а? Не врите, сказано, и вам врать не будут. Знаете что? Хватит с меня этого хамства. Пусть Люся продолжает. Да, между прочим, мой Степан уже завязал. Он подшился и бросил пить. И мы начали новую прекрасную жизнь, трезвую, вдвоем. Тебе. Ах,
Сёма, я здесь, здравствуй. Привет. Эх, Сёма, если б ты знал, что... А, если б ты знал, Сёма, что Пётр Семёнович изобрёл, он изобрёл перемещение тела на расстояние мгновенное, правильно? Абсолютно. Ну, а дома его не понимает, правильно? И у меня, Сёма, дома такие проблемы. Если бы нашелся человек, который разделил бы с нами, так сказать, наши беды. Прости, Россия, мы знаем, ты того сошился. Мы, видимо, не по адресу. У вас нож есть? Ножик есть. Я в помойке тогда нашел. А зачем? Да так, одну штучку кое-откуда выковырять надо. Это все и во лжи, о деянии мое. Нет у вас фактов, нет у вас доказательств. Фактов нет. А Василий со Степаном за решеткой сидят. Это не факты, а? Это не доказательства? Да, доказательства. Факт. Никакой это не факт. Это подтасовка фактов. Сынок, мы с друзьями спасли старушку от хулиган, а потом уже появились вы. Да когда мы появились, я... Никакой старушки не было. Не было никакой старушки. Не было, сынок. Ой, я одно понял, Петр Семенович. Занимайся дзюдой, не занимайся, все равно отлетели. Эй, в лицо не надо светить. Сдаемся. Тех-то двоих я в каталажку. А этот шустрый оказался, как колобок укатился. Жену благодари, а то я тебя, ух бы я бы, тебя бы. Ах так, да? Нет! Мараться неохота. А пойду. Давай. Дрянь какая. Николай, а я спросить-то хотел, а? Сумасшедший дом. Ой, как ручки у папы болят. Ой, как занемели. Ой, я дышать не могу, сыночек. Ой, сейчас умрет папа. Ослабь, пожалуйста. Веревочки, ослабь чуть-чуть. Ну, что тебе стоит, пожалуйста. Ну, ладно. Мы все ищем счастье, по земле скитаемся. Привет вам! Мы хотим... А, Сереженька проснулся. Мой толстенький, давай умывайся, одевайся, готовься. У нас сегодня званый обед, звонил твой тренер. Они в Америку собираются, с командой играть будут. У него там есть вакантное место. Мама подумала, ты сына, кандидат номер один. Плюс моя профессия, я, если что, могу помочь местами. Плюс вкусный обед. Тебя обязательно возьмут. Одевайся. Классно. Люди добрые, не проходите мимо. Помогите, кто чем может, нищему бездомному человеку. Папа где? В комнате у тебя связан, да спит. Люди добрые, православные, нет, не проходите, сынок, мимо. Папа на улице уже. Папа уже работает. Я простой бездомный труженик-ботаник. Зарплата смешная, 700 рэ в месяц. А мои жена и сыночек выгнали меня из квартиры номер 43. Выгнали из квартиры 43. Петя, я тебя прошу, а? Петя, иди домой. Домой? Чтоб меня там связали по рукам и ногам, как какого-то сумасшедшего. Ну, что ты говоришь? Опа, Петенька, вот тебе денежка, пожалуйста. Грошами откупиться хочет родная жена. Да. Ладно, пойду. Спасибо, люди добрые, православные. И тебе, Зина, спасибо. Иди, Петенька, иди. Что мы стоим, а?
не расходимся в количестве 3000 человек. Давайте, больной человек. Давайте, давайте. На себя посмотри. Да, рядом с тобой, красавец. Давайте, идите отсюда, понаперли лимита. Молодец. Мы всегда обедаем в гостиной. Ой, какой запах, а? Я люблю домашнее. Ой, бывает, забурюсь к кому-нибудь в гости и сижу часами домашнее прихлёбываю. Пока вот всё, ни с кем не ухожу, нет. Сам-то я. Холостой. Пожалуйста, вот селедка, хватит тебе, хватит. Селедочка, хлебец горяченький, огурчик с водочкой, пожалуйста. Давайте-ка выпьем. За мать твою. Хорошо готовит. За руки ее золотые. Ну да, все остальное, что называется, фигурой. С удовольствием. Я открою. Поставь рюмку, Сережа. Я секунду. Ты мать-то не обижай. Я клюшку об бошку сломаю. Ты? Я? Я тебе денег дала, чтобы ты 3 часа домой не появлялся. А меня ограбили, все деньги забрали, а я есть хочу, имею право. Я тебя хочу есть. Туда нельзя. Нельзя. Хочу есть, нельзя. Туда иди. На, вот, ешь это, ешь, а потом бананы ешь. Только тихо, тихо. Зараза. Ну, за что пьем? Я предлагаю выпить. За мать твою. За вас. Чтобы, значит, у такой женщины и муж хороший под боком был. Да-да. Прекрасный тост. Я предлагаю выпить за спортивные достижения моего Сережи в Америке. Давайте. Хороший тост. С двойным дном. На звуке животного похоже. Это у нас кот. Кот Шалун. Эй, Шалун, прекрати. В кастрюле гадит, гад. Прекрати, прекрати, я сказал. Что ты хочешь? А я слышу, что вы там пьете. И что? Я тоже хочу. Ну, пей, запейся. Только тихо. Я нашего сына в Америку отправляю. А, какие мы манерные. Подката! Подката включивай. А, проходи. Что? А, посиди. На чем мы остановились? А, да, до Сережиной поездки в Америку. Есть ли там вакантное местечко в команде? А это Зинаида Ивановна. Полностью зависит. Выпьете вы со мной на брудершафт? Или нет? Сережа, выйди. Ладно, пойду потренируюсь. Я котика сейчас в туалет запру. Что тебе надо? Что тебе надо? А что? Что надо? Моего сына родного отправляют на чужбину. А меня даже не спрашивают. Даже не спрашивают меня. Я тебе сказала, нянь. Привози, еда есть. Я ж водку дали, пей. Молчи, только молчи. Еще полчаса. Молчи. Я тебя убью. Итак. Я помню. Я не понял, что здесь происходит? Это кто? Никто. Понял.
Ты кто? Кость пальто. Ай, бубенчик! Съездили в Америку. Ha ha.